Ну что, у нас здесь такой баттл между 11 и 12 Pro. Есть люди, которые говорят, 11 отстой, надо брать 12 Pro. Вот, а есть люди, которые считают, что 11 достаточно на сегодняшний день по фотографированию. Сейчас мы делаем фото и вот сравним вот эту фотографию. Да, как делать фотографии 11 и 12 Pro. Ислам, давай вот сразу в комменты. Так, мне кажется, будет интереснее. Ну, в целом, практически одинаково. То есть, есть разница небольшая по цвету, а 12 ее чуть потеплее передал, 11 немного холоднее. А так, по деталям, вот видим, да? Это 12 Pro? Практически все одинаково. Куча ржавчины и там видно, в деталях. Да. Ну, цветопередачу сам видишь, да? На 12 немного светлее, чем на 11-м. Ну, разница зато существенная. 128 гигабайт, это получается, 12 Pro стоит где-то 78, и где-то 48 тысяч стоит 11. Да. Ну, собственно, делать выводы, ваши комментарии, как бы, помогут людям определиться, стоит им оставить 11, либо же купить 12 Pro, либо же купить 11 за место Redmi 9T какого-нибудь. Да, наши лица. Ну, что страшного?